Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на запуск игры The Isle of Rima, связанная с грёбаной ошибкой DX12. Сразу оговорюсь, что эта игра перешла на новый движок, и ваши видеокарты, некоторые отчасти, могут не поддерживать этот DirectX 12. Ссылочка будет в описании на некоторые дрова, возможно, которые вам помогут, не знаю. Также я нашел еще два способа. Мне писали люди, что это отчасти помогает. Собственно, что делать? Заходите в ваш Steam. Находите ваш The Isle. Жмете «Свойства». Параметры запуска. Здесь без пробелов прописываете тире. И пишите DX11. Все. Далее. Сразу момент. Оговорюсь. В игру раньше был встроен DirectX 11. Так что у кого-то он, я не знаю, каким чудным способом, после прописки -DX11 игра запускается. Если не запустилась и опять выдает ошибка, то есть вы прописали, закрыли, все, больше ничего не надо делать. Прописывайте DX12. Все, далее запускаете. Давайте посмотрим теперь второй способ. Я не знаю, где у вас установлена эта игра. В моем случае это диск C, Steam, Steam Apps, Common. Далее проходите по The Isle. Обратите внимание, у меня две версии. Если у вас две версии, не перепутайте. У меня Legacy и Rima. The Isle. Далее идем в The Isle Binaries Win64. И видите вот этот The Isle клиент Win64. Собственно, это экзешник. Что надо с ним сделать? Нужно нажать правой кнопкой мыши. Здесь отправить. Рабочий стол. Создать ярлык. Отправляемся на наш рабочий стол. Вот он наш этот файл. Экзешник. Не надо его как-то переименовывать или что-то с ним делать. Правой кнопкой мыши свойства. Видите? Exe. И здесь ставим пробел дефис DX12. Жмем применить. И запускаем нашу игру. Если у вас все запустилось, значит вы все сделали правильно. Также, в принципе, вы можете попробовать манипуляцию с выкидом этого экзешника на рабочий стол и прописать DX11. Но думаю, что в 50% случаев вам это не поможет. Ну, собственно, наверное, у меня на этом все. Если помог, палец вверх, если не помог, ну, в общем, будем искать решение. До новых встреч!